стоимость жилья в России может снизиться на 10-20%. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, может привести к снижению стоимости как вторичного жилья, так и новостроек. Снижение цен возможно на 10-20%. В период предыдущего кризиса 2014-2015 годов снижение стоимости жилья составило около 8%. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Пока!